Всем привет! Привет, привет! И добро пожаловать на мой канал! Тебя пока не видят, не кричи! Мы тут прогуливаемся по набережной. Мы находимся на набережной Коуни-Алты. И двигаемся сейчас в сторону центра города. Попали мы сюда не случайно. У нас здесь встреча. Встреча с блогером и с ведущим телеканала РБК Антоном Гладышевым и его семьей. Вот у нас тут есть Алиса. Алиса, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! А вон там у нас Демирчик. Мы тут, пока там родители занимаются новым видео, мы тут прогуливаемся по набережной. Сейчас я переверну камеру, покажу вам, насколько здесь людно, сколько здесь людей, сколько здесь отдыхающих и вообще купаются, не купаются, какая погода. Про погоду скажу прямо сейчас. Жарко, градусов, наверное, 28-30. Легкий-легкий ветерок. Какая вода, не знаю, но люди купаются, сейчас вам покажу. Вот, смотрите, купаются люди. Вот там вот даже далеко заплывают. Деньги. И это не деньги. Много это отдыхающих. Вот. Мы тут гуляем. Кремчик на самокатике. Алиса. И чудесное море. Вон еще купаются. Люди загорают. Там и Настя у нас тут голос подает. А там, смотрите, горы, море. Ну, вот к морю, обещаю вам, оставайтесь со мной, мы обязательно подойдем и обязательно увидим его ближе. Ну, а так вот я смотрю, волны нет, море чистое. Люди подходят, расстилают. Наверное, мы сейчас смотрим на него, ну, вы смотрите на него и, наверное, испытываете некую ностальгию о том, что вот море, что хочется сюда приехать, окунуться в теплые воды Средиземного моря. Ну, не всем в этом году это доступно, к сожалению. Ну, нет ничего невозможного. Будем надеяться, что в этом году много людей приедут отдохнуть. А там впереди, видите, вся Анталия видна. Далары. Ведь красота. Смотрите, какая интересная картинка. Таня, Антон и Света снимают видео. Мы тут вот гуляем. Все это на фоне шикарного моря. Кстати, Антон взял и у меня интервью. Скоро это интервью все расспрашивал меня. Будет у него на канале. Я не знаю, правда, когда это случится, потому что я знаю, что он, когда приезжает в Турцию, у него очень много материала, когда он его там обработает, смонтирует. Когда будет видео на канале, я, конечно, не знаю, но ссылку я обязательно на его, ссылку на его канал обязательно оставлю в описании. Переходите, подписывайтесь и смотрите меня и на канале Антона. Мне кажется, вот так вот сидеть возле моря и смотреть на него можно бесконечно. Так здорово. Ну что, пойдемте подойдем к морю. И помните, не так давно, может, с месяц назад у меня были видео. Было видео одно, когда мы гуляли с Таней также на пляже Коуни-Алты. Вы знаете, примерно в этом же месте. И я снимала просто море. Молчание, так сказать. Мое молчание, но было слышно только море. Вот сейчас я хочу еще несколько минут точно так же снять такое же видео. Послушаем только море. Ну, до него надо сначала дойти. Тут с собачками отдыхают. Идем к морю.
Он там даже с детками купаются. Ну вот, мы побывали у моря, возвращаемся. Я возвращаюсь назад. Вон наша компания стоит. Антон, Света, Алиса, Таня. Танины дети. Ну и я к ним иду. Столько дел сегодня переделали. И видео сняли. И на море побывали. Красоту вам показала. Ой, это вообще. Надо уже тоже собираться выбираться. На море, на пляж. Пока времени на это нет. Пока! Молодой человек. А что вы делаете? Мороженое кушаешь? Ну-ка покажи, какое. О, вкусное? Ой. Мы присели тут отдохнуть. Ребенок мороженое ест. А я наслаждаюсь видом. Посмотрите. Какой контраст зеленого, голубого, яркого такого. Это вообще красота невероятная. Сидим на набережной, и мимо нас столько проходит русскоговорящих людей. И в море спускалось, там тоже русская речь слышна повсеместно. И здесь тоже люди прогуливаются с колясками. Ну, это неудивительно, потому что это же самое такое густонаселенное русскоязычными место. Вот, вы помните, я возле этих домов уже снимала видео. А вот там туда дальше вот эти вот машины, которые приезжают, большие такие, с прицепами. Дом на колесах, помните, я вам рассказывала и показывала. Ну, это вот туда немножко дальше. Мы дошли до этого места. Полюбуемся чуть-чуть на море. Поедем уже домой. Ну что, мы прогуляли с вами по набережной Коня-Алты, посмотрели на морюшко. Вон оно там за моей спиной. Такое красивое-красивое. Теплое скоро будет. Оно ждет гостей, ждет вас. Постарайтесь приехать. Я надеюсь, что все будет хорошо, и мы увидимся уже здесь, на Анталийской земле. Под пальмой, а вот хотя бы под этой. А сейчас я хочу с вами попрощаться. Увидимся в следующем видео. И всем пока-пока.